Так, друзья, мы в самом крутом отеле на острове Блювота. Называется Color Beach Caesars Palace. Вот так вот, дорогие друзья. Отдохнем еще и тут. Ну, все с подсветкой. Положим. Не просто так. Боже, как пахнет. Птички поют. Ну, что бы им тут не петь. Ага. Какая? Не боится. Желтоклевая. Бассейн. Водичка, водичка. Самый крутой, самый дорогой бич-отель на этом острове. Самый крутой. Уже работает, запущен. Так что, дорогие друзья, мы для вас открыли, показали. Сейчас тоже отдохнем здесь. Приезжайте и вы. Здесь хорошо, честное слово. Вам понравится. Так, людей снимать нельзя, поэтому пока что облака. Белокрылые лошадки. И сейчас мы посмотрим, что же у нас тут такого интересного. Ага. Все-таки бич. Песочек, песочек. Водичка, водичка. Ага. Закат в Дубае, друзья, всегда прекрасен. Любую пору года. Так, наконец-то мы добрались до Персидского залива. Мы находимся на острове. Остров называется Голубые воды. Вот единственное, потерял он живого. Где он? Купается же, что ли? Опа! Вот это видос. Ух ты! Ну вы, блин, даете. Ух! Вон он, в саду камней, медитирует. Ты мне заслоняешь закат, вечернее солнце. Сори, мистер. Ну тогда я колесо сниму, так и быть. Коврик забыл. Для мышки? Для молитвы. Молись так. Для Машки. Машки. Ну, друзья, вы сами все видите. Тут практически без слов. Водичка, водичка. А это соленый, прекрасный, теплый Персидский залив. Ну что? Да она теплее, чем она в бассейне. Да. Я отвечаю, да. Может быть. Плавки взял? А. Тут вход $100, тут плавки должны в комплект входить. Ты что, $200 отдал? Я же не давал, обход-то платный. На эту красоту, дорогие друзья,
никаких мертвых американских президентов не жалко. Ну да, ну да. Давай. Так, все лайкаем, подписываемся. Все лайкают.